Мы приехали в Кошицу и идем к центру. Так вот здесь уже красиво. Вот это театр такой красивый. Дворик Восточно-Словацкого музея. Это самый центр, и кажется, мы попали на какой-то концерт. Чумной стол. И здесь фонтан. Вроде как музыкальный, но я думаю, наверное, это вечерами. Музыкальный фонтан все-таки вот этот. Тот был скорее зодиакальный. И театр. Главная достопримечательность Кошице – кафедральный собор Елизаветы. Это внутри собора. А сейчас мы поднимаемся на башню, чтобы посмотреть на город с высоты. Она такая вообще узенькая, вообще узенькая. Вот. И это тяжело и больно. Снова винтовая лестница. Колокола. Но звонить в них запрещено. Вон они, фонтаны, театр. На самом деле, вот такие вот просто дырочки, чтобы что-то снимать, поэтому тяжело охватить всю панораму. Еда.
курочка. И у меня курочка в пиве. Пиво. Городской парк. С прудиками и уточками. Вот еще рыбки, смотри. Где? А, и золотыми рыбками. Сразу стратил, а где нам ждать?